Всем привет! Меня зовут Виктор, и мы продолжаем проходить Горизонт Зеро Даван. Так, и чё, и что? А, блин. Вот залезть в этот котел или чё, и посмотреть, что там. Там опять жесть, надолго, да, зависнем. Давай мы лучше до цветка доберемся. Доберемся до цветка. И это, наверное, будет правильно. Так, а стой, подожди. Костюмы. Я что-то сегодня это... А, ну у меня фиолетовый, да, уже? У меня фиолетовый костюм. Но только, мне кажется, он это... Зря я, конечно, против отравления взял. Надо будет что-нибудь посмотреть другое. Только у меня сейчас нету бабла, чтобы что-то другое смотреть. У меня уже много вещей. Элой, это я решу, когда у тебя будет много вещей, понятно? Поэтому нехер выпендриваться. А собирай. Так, ты тут у нас один ходишь? Товарищ, а это ловчий, блин, это этот невидимка, да? Невидимка. А так их еще и два ходит. Охереть, вообще валим отсюда. Пусть они там рычат, пердят, о, эту возьмем. Пусть они там пердят, кряхтят, рычат, мне вообще по барабану. Валите нахер, валите нахер. Только не меня валите, ладно? Вы, я имею в виду, валите. Они все еще за мной гонятся, что ли? Ничего себе. Какие твари-то. О, бурдюки. Так, впереди костерок есть. Это, конечно, радует. Котел Кси. Что за котел Кси? 18 уровня, да? Программа Кси, очки навыка. Так, у меня есть сейчас 2 очка навыков. Ну, это преиспользование тяжелое оружие, быстрее перемещается. Так. Атака снизу. А, бесшумно это. Вот, мне надо еще одно очко, чтобы при беге... Так, это... Стой. Мы вообще куда сейчас влипли? Мы идем искать цветок, Элла. Алла, как там тебя? А это эти, да, оказались тут? Бандюки, да? Бандюки оказались еще и... Ну, это 6 уровня. Так-то, по сути, это доходяги, да? Короче, если сейчас их переб... А у меня ни хп, ничего, ни... У меня ни лекарств, ничего нету. Ну, даже лекарств у тебя нету. У тебя даже изготовить их не из чего, ё-моё. Мы можем только одну изготовить. Мы мало зверушек убили. Ладно. Тогда пойдем в обход. Да не, ну не то, что я там испугался там, да, что, конечно, я их размотаю. Конечно, я их размотаю.
Просто придется действовать более скрытно, более осторожно. Это потребует больше времени. А так-то я, конечно, бы их размотал. Вообще прям с полпинка бы их там прям в кусты, там в голову бы. Из кустов скрытая атака бесшумная. Потом бы с второму в голову с лука. И все. Скоро мне это понадобится. Ой, блин. Не, я надеюсь, цветок он не у этих там сектантов. Потому что тогда мне однозначно придется идти их разматывать. Что там такое? А, это этот. От котла идет. От котла. Так, и чё, где? Где наш цветок? Вон он, да? Вон наш цветок, и тут бурдюк. Там второй, да? А это морозильный бурдюк, и это морозильный бурдюк. Блин, я не успел. Короче. Значит, он будет жить, да? Давай ты сделаешь вид, что ты меня не видел. А я оставлю тебя за это в живых. Окей. Окей. Так, чё, блядь, вот в котел или сюда? Ну в котел лезть, у меня ХП нету. У меня лезть в котел, у меня нету ХП, поэтому давай мы. Ну, блин, бурдюки мне придется хоть как сейчас убивать. Мне через низ проходить. Сорян, дружище. Ты оказался в неудачном месте. Сорян, дружбан, ты оказался в неудачном месте. Как же ты медленно стреляешь-то? Еще и промахиваешься. Ну, с этого-то нормально он уматывается, уматывается. О! Более чем нормально, в принципе. Так, ты же должен быть уязвим к огню, по-моему, да, бурдюк? Ну, ты далековато спрятался. Фиолочку какую-то выбили. Давай глянем. Спираль урона. Подожди. А. Морозильная вода. Так, ну морозильная вода это так.
Но живучий тварь какой. Да давай ты уже взрывайся. Ингредиенты взять нельзя. Ну, ёпрос, опять, да? Плыви, кукуха, плыви. Все. Все. Так, а что, я с этого подобрать не могу, да? А, не могу. Плыви, против течения плыви. Тренируй свои мышцы. Эх. Бурдюки, бурдюки. Зачем же вы попались мне на дороге? Не, умели бы там они, эти роботы, сканировать угрозу. Такие бы отсканировали меня, такие, нахер надо. И посваливали бы. И все было бы гораздо интересней. А те, которые не сваливают, ты понимаешь, что они это, бросают тебе вызов такие, да, типа крутые. Ты оп-оп, одного такой хлопнул, второго хлопнул. Они там по сети по своей там этой передали, что лучше не связываться. И тебя остальные машины игнорируют. А так, сколько я уже машин-то? Чувство выживания нет. Отсутствует инстинкт самосохранения у машин. И поэтому они погибают в таком количестве. Так, мне надо у барыги продать, наверное, сейчас найти барыгу. И ему надо будет продать все мои там эти модификации, все эти компоненты какие-нибудь там, да? Зеленые, серые. Потому что я так понимаю, они мне особо-то и нахер не пригождаются, а занимают кучу места и кучу денег я ношу с собой, которые сейчас не могу использовать, получается.
неликвидные товары. Из этого можно сделать зелье. Да-да, можно. И мы обязательно его сделаем. Опа, это кто там? Это кто там буянит? Кто там хочет? Это солнечная скала. На нее напали машины. Машины? Да ёпты, да там... Бегемот. Хер ему в рот. Я прям даже это... Блин, ребята. Вот это я вписался. Вот это я вписался, если честно. Что ты ко мне-то пристал, ёпты? Тут больше бить некого, что ли? Или ты самого сильного видишь тут, да? Мудила. Называется, блин. А что делать? Надо все равно их сейчас будет валить, этих мудаков. Придется все равно их убивать. Броня. Давай попробуем. Давай попробуем. Там же вроде они бронированные были. Мне показывалось. А если они были бронированные, то посмотрим. Ну типа он ломает им броню и чё. А урона-то сколько будет? Ну проверим сейчас, чё. Чё, давай экспериментировать, что делать-то. А что делать-то? Не оставлять ли же мне этих... славных воинов на растерзание этим сраным бегемотом. Сейчас проверим. Сколько урона будет наносить эта фигня.
как-то рыбина по течению очень медленно плывет. Если бы она в обратку плыла, я бы еще понял. А тут как-то по течению она медленно плывет. Так, все. Я нашел. Так, а если, может, здесь где-то есть это? Какая-нибудь эффективная точка? Скажи, я могу вот забраться на скалу, да? Получается, что я ж могу сюда забраться, да? Ну и что? И зачем? И зачем? Зачем я сюда? Зачем здесь этот подъем? Ага. А, ну то есть все-таки смотри, я смогу, да, наверное? Твари. Так, сейчас подожди, мы тебя сканируем. О, я ж не знал, что ты такой очкун окажешься. Нормально. Это бомбы-липучки, что ли, какие-то, или что? Что это за такие бомбы интересные? Ну, где там твоя попка, мудила? Я не спущусь, ты не думай. Так, одного кончили. Одного кончили. Теперь еще надо вон того прикончить. Сражаю тебя. Давайте, ребята, там довтыкивайте его, довтыкайте ему там. Нет, нет.
блин. В общем, по той же схеме. Просто их сейчас отметелим. Это солнечная скала. На нее напали машины. Нам не выстоять! Хочешь доложить коменданту Еневе, что мы... Может, и выстоим! Так, а где Люся? Так, ну-ка, вот это вот что за бомба? Отлично. Так, ладно, сюда. А, ну тут же смотровая точка. Понятно. Тут же где-то смотровая точка должна быть. Где я... так, ном-ном, да? По этой можешь залезть? Нет. Туда, туда тоже. Ну, ладно. Не, ну так-то бомбочки нормальные. А, и вот она. Ну-ка, давай посмотрим. Тур Апокалипипец. Апокалипипец. День 7. Еще через 3 месяца мы поехали сюда. Напрямую. Помню, ночью Уайт сразу вырвался. А мы с тобой еще долго любовались персеидами.
стать будущим. Вот, а представляете, если бы мы все этими... Все бы эти воины Карха там или вот эти позалезли бы на скалу и все бы оттуда их долбили, то никто бы не погиб. Я хочу путешествовать налегке. Они же-то там не залезли туда. Еще какая-то фиольная штука. Нормально. Нормально, с бегемотов навышибали. Какого лешего они туда не залезли? Это что такое? Ну этого в избытке, да, у нас? Ну что вы мне даже? Спасибо даже не скажете, твари. Я, блин, вас спас. Деревню вашу спас. А вы мне даже спасибо не скажете. И хер с вами. А, я не попал, что ли? Зато я уровень апнул. А, подожди, я же апнул уровень. Это значит, я могу взять бесшумный бег. Бесшумный бег, вот, да? Все. То есть теперь... Боже, мне либо кажется, либо я издаю шум. Хер его знает. Так, а чё мы тут? В поселение, значит, попасть не можем, да? После всего того, что я сделал, вы меня... Не можете пустить, да? Пустить вы меня отказываетесь. Ну, спасибо. Не знал я, что вы прям настолько окажетесь сволочами. Слышь, вояка, мне как к вам попасть-то? А здесь что такое? Не-не-не-не-не, Элла. Не-не-не-не. Блин, слезь. Да ладно. Добро пожаловать в солнечную скалу. А, да? С комендантом Ниневой. А-а-а. Внутри, да? Спасибо. А вовнутрь-то как мне? Вовнутрь-то мне как пробраться? Через черный ход, да? Мне через черный ход надо вовнутрь пробраться. У них приманка была. Не знаем, где они ее взяли. Разгром пронес детали с собой. Еще бы. Мы же его обыскали. Где? Ой, лучше тебе не знать. В жопе. Туда, куда вы не заглянули. В свете полуденного солнца тени исчезают. Золотые слова. Ну, не всегда. Не всегда. В свете полуденного солнца исчезают тени, между прочим. Сперва мы поторгуем. Сперва мы поторгуем. Так, у меня есть 600 монет, да? Одежа. Ну, круче фиола тут ничего нету. Значит, будем продавать. А продавать мы будем... Продавать мы будем... Продавать мы будем вот это. Thank you.
Так, ага. И насколько мы сейчас продадим всего? Ого. То есть иногда это стоит продавать, да? Да, в принципе, сейчас уже и синьку, наверное, можно продавать, да? С таким количеством фиола. И синьку можно продавать. Искровой разрядник. При электрических боеприпасах, да? Не, ну, по-моему, он это собирает и собирает, как бы, похеру, да, вот сердце рыскаря, сердце. Так, давай мы, оп. Оп. Сейчас что-нибудь такого, что у нас тут. Линза. Он показывает же линзы там какие-то. Я не могу собирать еще что-то, да? Ладно. Еще маленько прибавили. Купить. Теперь мы купим. Блин, ну ладно. И этих. А, у меня провода нету, да? Стой, подожди, теперь надо, значит, провод покупать. Теперь снова сюда. Все. А теперь снова провод. Ладно. Эхо-патрон. А чё у вас так это? А что это все здесь делает? То есть это когда я этого дурака взрывал, что ли? У меня все тут поразлетелось, поразвалилось или что? Так, ты, комендант. Комендант Енева, это она сразила бегемотов. Чужестранка, удивлена. А меня трудно удивить. А ты умеешь охотиться на живую добычу? Да, вообще-то умею. А что? У нас бежали три опасных узника. А. Послать мне некого. Надо тут навести порядок. Давно говорю, с преступниками надо по старинке. Тогда ничего бы этого не было. Но разве меня послушают? Этих узников привести обратно? Нет, с ними нужно покончить. Ну, да, окей. Они не оставят тебе выбора. Они уже вкусили милости короля солнца. Теперь их ждет моя милость. Награда за их головы. Улия Стенакт, Разгрунт из Азерам и предатель Гаван. Мне нужно знать, где их искать. Ну, Улия явилась в наши земли с разбойниками из джунглей. К ним она и вернется. Разгрунда мы поймали на сумрачном плоскогорье, где он мастерил свои бомбы.
А Гаван попробует переправиться через озеро. Там его и найдешь. На пестром рынке. Лады. Лады, договорились. Ну что, пошли дальше путешествовать. Я же вообще-то вроде конечной цели-то, к которой шел, так и не достиг пока, да? Книга. Капитаны и воры. Да блин. Так, мы идем 23 уровня зона, да? Так, это... А, это бандосы тут. Бандос 1, бандос 3. И где-то еще есть бандос. Так, а нам надо вот сюда, да? Нам надо вот сюда. Ладно. Пойдем... Так, по. Тебя, блин. А, жатвенная стрела. Ну, броню-то ты, конечно, колешь. Так, бомба-липучка. Просто бомба. Сенсорная бомба. Ну ладно. Бомба-липучка. Лагерь зачистим тогда. Зачистим тогда лагерь, пойдем. Так, что разбойник, воин, снайпер.
Волосы теперь стоят не высохнуть. Прости, ты там что-то говорил? Я тебя перебил. Полно разбойников. Да еще та воительница Тинала. И что? То есть это... Это что-то должно значить? Типа воительница Тинак. Блин. Мудень. Если сигнальное устройство сработало, оно поднимет сильный шум. А мне его уничтожить... Как-то можно вообще уничтожить? Давай попробуем. Нет. Его, значит, можно только отключить, что ли? Так-то вас тут дохерища. Ладно, давай мы. Попробуем. Пока не попадаться. Тут нету никого. Ага, вот тут Скажи, что ты достойна мелки на моей коже. Тебе что, заняться нечем? Ты слишком проворная для Карха. Кто ты такая? Докажи, что ты достойна мелки на моей коже. Я на камень хотел запрыгнуть. Блин, вы что, выше подняться не можете, что ли? Ты достойна метки на моей коже. Славно! Я спляшу на твоей крови!
лишу на твоей крови! Как-то ты херово плясала. Словами бы решить не получилось. Карха любят слова. Слова и кровь. Слова и кандалы. Но ты билась как-то накт. Я бы взяла тебя в дочери. Нельзя взять ребенка. Сильные отбирают у слабых и становятся еще сильнее. Истории на моей коже. Взгляни. Дети. Богатство, жизни, земли. Все это было мое. И спей. Моей крови. И они продолжатся. Че, блядь? Кровище выпить? Нет, Улия. Мне хватает своих историй. Убили. Уля. Вот тебе подарочек! Убьем ее! Ну, не знаю. А у вас получится? Да что ты?
блин. Ну, раз, два, три, четыре. Подожди, а чего не этот-то? Огненный свой этот не запустит сигнал. Или я его повредил все-таки, когда это стрельнул стрелой? А? Просто интересно. Он еще бежит. Ну, все. 10 000, ого. 10 000 XP. Сейчас не про лагерь бандитов, да? А то уж я подумал. Опять там что-то они бредят. Я устал уставать, вот так. Блин, какая жиза же прям. Прям жиза. Так, мне кажется, возле костра должны были еще валяться трубчанские этих. Или нет? Здесь возле костра никого не было. Запас карман не тянет. Ты
Я думаю, что такое топает? Что за стопот-то непонятный? А это эти кабанчики тут носятся, блин. Так, ладно, с лагерем разобрались. А, это лагерь и был, да, торговцы? Так, это отсюда я... Так, и мне надо теперь дальше следовать. Вот сюда. Мне надо вот сюда дальше. Так, давай мы сейчас... Еще каких-нибудь снадобий тут. Травок лечебных поищем. Поищем лечебных травок. О, ну ладно, зайчик тоже сойдет. Зайчик тоже сойдет. Падла. Зайчик. Так, а где мы костер тут обнаружили? Где-то там. Там, по-моему, длинношей еще какой-то, да? И длинношей еще впереди. А, не впереди, это в обратку длинношей. Так, здесь мы были, здесь, ага. Ну, нам надо вот тут, сюда. То есть по дороге тут. Угу. А стой, подожди, вот тут цветок есть, да? Цветок. Тут цветков-то, в принципе, еще дохерища. Дохерища цветков-то еще, дохерища. Так, сохраняемся. Окей, ладно, предлагаю на сегодня закончить. Спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. А мы продолжим в следующей серии. Всем пока.